Клубы Сарфиш представляют вашему вниманию сюжет, снятый на недавно прошедшем турнире по забросам на точность и дальность. С 2013 года клуб не проводил данных турниров, и поэтому этот был очень важен для нас, и мы хотим, чтобы вы вместе с нами получили удовольствие от просмотра этого видео. Мы не стали включать в этот фильм весь процесс подготовки поля к проведению соревнований. Я не думаю, что это очень интересно. Поэтому мы начали сразу с забросов людей. И, извиняюсь за качество, иногда съемка производилась достаточно издалека. Потом ошибка была исправлена и камера была поставлена ближе к участникам. Но в целом, я думаю, можно посмотреть и понять, как это все происходило. Уважаемые зрители, я не буду озвучивать весь фильм, потому что не вижу в этом особого смысла. Вы увидите забросы наших ребят на дальность и на точность, снятые с разных ракурсов. Просто смотрите и наслаждайтесь.
На этом наш фильм подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Вы видите таблицу результатов. Расчеты проводились по принципу дальность – самый лучший бросок из трех, точность – сумма трех бросков, наиболее близкая к центру. Вы можете сделать паузу и посмотреть. Всем спасибо. До свидания, до новых встреч.